Пока. Я только что поняла. Бак сказал, что синяя команда не воевала с прометейцами, но им не пришлось и Слоуна уговаривать. Думаешь, Слоун впустил их? Это вероятно. Вероятно, но не факт. Если Слоун что-то скрывает, мы выбьем это из него, когда закончим осмотр сооружения. Себе на службу. Что это? Пойдем, мы тут как на ладони. Согласен. Вперед! Ваше присутствие в пристанище стража нежелательно. Ты страж? Я надзиратель. Я стою на защите Картана. Картана? Другим людям разрешено пройти. К сожалению, вам нет. Звучит как угроза. Покиньте это пристанище. Да, точно угроза. Что это за тип? Откуда? Что-то новое. Защищайтесь. Вы не входите в ее планы. Уходите, и вас не тронут. Вы смеете поднять на меня ничтожность от моей руки! Иди сюда, маленький человек! Жаб врождающийся! Сломаю тебя ничтожество! Смеешь наносить мне никчемность? Меня обездвижили! Мне нужна помощь! Хилые существа! Прочь! Что это за тип? Откуда? Что-то новое. Защищайтесь. Вы не входите в ее планы. Уходите, и вас не тронут. Ты испытаешь силу моей руки. Ты принадлежишь разобью. Спасибо, спартанец! Атакую! Погодите! Я нанесу удар! Броня вышла из строя! Система вышла из строя! От моей руки! Что это за тип? Откуда? Что-то новое. Защищайтесь! Вы не входите в ее планы! Уходите, и вас не тронут! Ты
пришла помощь! Вы испытываете мое терпение. Демонстрации ненужной агрессии, дубли, убив их, ты не спасешься. Хилость, никчемность! Малозначительно. Ты испытаешь силу моей руки. Такие руки. Силы сгружены. Никчемная броня. Вечный надзиратель. Он сказал, что служит Картане. Все, отслужился. Опять толчок. Это плохо. Надо шевелиться. Надзиратель защищал что-то за этими дверями. Он сказал страж. Картана связана с этим стражем. Значит, он наиболее вероятная мишень мастера Чифа. Найдем стража, найдем Чифа. Вперед. Надзиратель сказал, Картана призвала их. Ее здесь нет. О, большие, правда? Это и есть страж? Не преувеличивай, Бак. Не двигаться. Один, один, семь. Стоять! Сэр, вы покинули службу. Даю вам шанс вернуться по-хорошему. Синяя команда! Я сказал не двигаться! У меня дела. Картана, наша забота, сэр. Чёрта с два. Не нравится мне.
найдем так, как они пришли. Ну, бегом! Надо подняться. Другие колонии, о которых говорил капитан Ласки. Вот что с ними стало. Лок, эта колония скоро превратится в кратер. Нельзя забирать у людей летающую технику. Наш пеликан на космическом лифте. Используем это. Другие колонии, там есть еще стражи. Сейчас меня волнует только тот, что перед нами воевал. Но почему Чиф именно на этом страже? Думаю, это первый из тех, который Картана активировала намеренно. Всех частот. Люди, если вы еще на планете, немедленно направляйтесь к космическому лифту. Последние челноки скоро улетят. С вами или без вас? Губернатор Слоун, челнок Браво-3 готов к взлету. Осторожно, они у вас на хвосте. Стража чертовски мелодичный голос. А нельзя использовать автопилот? Спустить к нам пеликан. Тревога, тревога! Нас обстреливают! Мы подбиты! Нет, эти корабли стреляют по любым целям. Я слышал Губернатор Слоун, нам нужен доступ к космическому лифту. Их убьют. Понял вас. Осирис, очистите территорию, чтобы открыть двери. Губернатор Слоун, нам нужен доступ к космическому лифту. Их убьют. Понял вас. Осирис, очистите территорию, чтобы открыть двери. Let's go.
меня побили! Нужна помощь! Дай им жару, Лон! Я в порядке, спасибо! Вывести людей с планеты! Почему так долго, спартанцы? Пропаганда преувеличивает ваши возможности. Я не открою двери, пока на базе враги. Скоро мы перестанем быть с ним вежливыми, да? Замечены враги. Включена система блокировки. Угрозы устранены. Блокировка капитана. Лифт открывается. Спокойно. Кажется, мы справились. Спартанцы, у вас упорство даже больше, чем у меня. Когда Картана сообщила вам о страже? Я? Ой, молодцы. Да, она предупредила меня заранее. Мне позволили помочь моим людям выжить. Грядут большие перемены. Для всех нас. И людей, и созданных. Сейчас зарождается новая эра, и я стану частью. О, я вижу, мне пора. Удачи всем вам и прощайте. Они между нами и великаном. Огонь без приказа. Танака, отключи систему безопасности. С радостью. Только это не так просто, когда в тебя стреляют. Дадим даме спокойно поработать, а? Враги уничтожены. Танака, как активировать лифт? Нужна панель управления. Она где-то здесь. Привет. Есть. Слон сказал, грядут перемены, а Картана связывалась с ним. Вдруг она тоже на страже? Так считал мастер Чиф. А если она там, то куда они направляются? Доберемся до Пеликана, выясним. Возможно, мастер Чиф нарушает приказы, чтобы найти Картану. А другие в синей команде, они ведь ее не знали. Члены синей команды вместе выросли и прошли программу «Спартанец-2». На их счету больше операций, чем у любого другого отряда Кон. Они семья. Вот именно. Меня подбили! Задай, Шарло! Мы тебя не бросим! А если она там, то куда они направляются? Доберемся до Пеликана, выясним. Возможно, мастер Чиф нарушает приказы, чтобы найти Картану. А другие в синей команде, они ведь ее не знали. Члены синей команды вместе выросли и прошли программу «Спартанец-2». На их счету больше операций, чем у любого другого отряда Кон. Они семья.
Вот именно. В землю, чтобы сделать эту планету пригодной для жизни. Ради чего? Чтобы убежать? Одно дело бежать, другое выжить, чтобы сражаться. Танака права. Лучшее качество человека — умение создавать что-то из ничего. Мы не сгибаемы. Мы восстановимся столько раз, сколько требуется. Своих людей? Если за стражем стоит Картана, она причинила больше вреда, чем он. Мы выясним, что тут на самом деле произошло, и проследим, чтобы виновные ответили по полной. Берегитесь! Еще прометейцы! Меня обездвижили! Требуется помощь! Не бойся, я тебе позову. Спасибо, спартанец. Осторожно, Танака! Все пришли стоя! Вот так, Уилл. Все нормально? Броня вышла из строя! Сейчас поставим тебя на ноги. Спасибо, спартанец. Все нормально, Лок. Какой-то сигнал. Подготовка к чему-то. Транспорт 3 группе, внимание! Эта штука начинает движение! Я не знаю, что происходит. Она остановилась! Черт, черт, убирайся! Укрытие! Все целы.
кислорода. Что случилось? Торможение предотвратило полное разрушение, но это ненадолго. А конструкция не рухнет, если мы поднимемся? Если упадет, то не потому, что по ней лазают спартанцы. Сделай сканирование. Найди выход. Вот страж. Продолжаем движение к пеликану. До пеликана еще несколько суперступеней. Это далеко? Дальше, чем хотелось бы, ближе, чем могло бы. Нас собираются атаковать фаэтоны. Двигайтесь! На мне фаэтон! Thank you.
Кажется, эта штука все-таки рухнет. К черту! Весь плюс автопилот. Вызывай пеликан. Пеликан, снаружи! Вперед, ребята! Ударные волны все чаще. Похоже, что будет, когда дойдет до нуля. Не хочу это знать. Быстро на пеликан. Все на борт! Ну, живо! Пять случаев после Меридиана. 11 колоний. Надо прекратить это немедленно. Надзиратель подтвердил теорию Хелси. Картана пробуждает стражей. Но не этого. Пока. Санаем. Доковинанский центр Сан-Хелиуса. А в мире элитов есть страж? Если мы высадим команду, то доберемся до стража. Сан-Хелиус не наш. Никто не станет связываться с арбитром. Просто вы еще не слышали мою идею. Этот шум – цифровой код, наборы парных фаз, координаты на карте предтечи. Если Локс кормит стражу координаты с Меридиана, он доставит их туда, куда Картана забрала Чифа. Том, у нас есть шанс. Но для этого надо попасть на Сан-Хелиус. Я все устрою. Еще один. Что у Картана на уме, Чиф? Зачем мы здесь? Нам надо идти. Где мы? Тишина на всех частотах. Сигналов дальней связи нет. Значит, мы чертовски далеко. Мы оказались здесь не просто так. Но вперед. Пульт включился, когда я приблизился. Что это было? Это из пульта. Сколько лет мы не применяли этот сигнал? Картана. Картана, ты меня слышишь? Ответа нет. Что это за место? Планета предтечи. Что еще? Кто знает? Где бы мы ни были, сюда нас привела Картана. Она где-то здесь. Чиф, там, на Меридиане, были
большие разрушения. Погибли жители. Я знаю. Может, она не знала, что так будет? А если знала? Узнаем, что происходит, когда найдем ее. Невероятное место. У меня мурашки. Биодан, мы не похожи ни на что из того, что мы встречали. Строгие формы и точность повсюду. Выглядит искусственно, но органично. Доктор Хелси уже брала бы образцы. Она бы уже и точные координаты планеты определила. Тот пульт активировал большое сооружение. Тот сигнал, который мы слышали. Думаешь, она там? Возможно. Судя по звуку, это элит. Какого черта здесь делает Телевизор? Внимание, Синяя. Чисто. Что здесь делают ковенанты? Выглядят растерянными. Думаю, они здесь недавно.